Родители меня растили как принцессу. И я всю жизнь жду какого-то принца. Это просто мужчин я боюсь. Ну и зря. Ничего проще. Близости на свете нет. Гораздо любить тебя, детка. Гораздо любить тебя. Ну понятно, все, белка. Вызывайте психушку. Может, он овощ? Огурец. Покажи. Да я его знаю. Сценический псевдоним Давид. Очень известный стриптизер. Вы что, не видите? Это член. Думал, сплю. Смотрю, а его нету. Покажи. Еще раз. Я чувствую себя полноценным членом общества. Дайте им вас обнюхать, они вас полюбят. Успокойтесь, они не кусают. Фу! А мы нигде с вами раньше не встречались? Я раньше очень узко смотрел на мир. Лечь встать, лечь встать. Можно я встану? Надоело плясать под чужую дудку. Вы меня трахнете под музыку. Почему их там всех тянет? Это только одного меня! Я не спрашиваю, как ты это сделал? Чё тебе на месте не сидел? Чё тебе не хватало? Ну, этот дорожку прокладывал, совал меня куда ни попадя. И возвращаться я к тебе не буду. Пробей ему пасхальный. Оставьте человека в покое. Обидеться может. Ну, вы и не человек. Все видят в тебе то, что ты есть на самом деле. Хрен старый. Ты с кем спишь? С продюсером или с режиссером? Гады. Значит, со вторым режиссером.